Друзья, на этот раз хочу представить вам новый новостной канал «Диссонанс». Канал специализируется не только на крупных игровых проектах, но и на мобильных новостях. В частности, автор смог попасть на ОБТ Perfect World Mobile. И, конечно, на канале проходят всеми любимые стримы. Ссылка в описании. Мур, привет, друзья, это Зверько, и новостной выпуск по обновлению 1.3.06. Не откладывая надолго, переходим сразу к героям. Франко, исправили визуальный баг с прерыванием ульты. Наталья, ульта, на 20 единиц уменьшили урон. Теперь он 120, 140 и 160. Прирост ХП тоже чуть-чуть уменьшили. Олдос. Прирост урона за единицу контракта от первого навыка теперь 7 единиц. В последнем изменении было 10. Это уменьшит выдаваемый урон при полном стаке, а также замедлит рост урона. Бейн, второй навык. Уменьшили урон, притом весьма тотально. Харли, первый навык. Уменьшили расстояние броска карт. Было 0.25, теперь 0.20. Руби. Пассивка. Увеличили получение защиты на несколько единиц. Виксана. Пассивка. Отобрали 100 урона от взрыва крипов. Это сильно ослабит Виксану. Прощай, Виксана. Минотавр. Ульта. После того, как ярость опустится до нуля, Минос не сможет некоторое время ее накопить этим навыком. Горд. Увеличили прирост магии до 125. Был 110. Бруно. Чуть уменьшена дальность атаки с руки. Если быть точнее, то расстояние убавили на 0.2. Адетта. Немного увеличили урон ульты. Аргус. Улучшили описание навыков. Вот и все изменения с Аргусом. Долгожданные изменения Аргуса. Кусака. Второй навык. Исправили баг ускорения после броска. Люнокс. Третий навык. Увеличили множитель урона до 150%. Был 130. Харит. Второй навык. Увеличена область для наложения щита. Увеличен магический множитель урона до 180. Был 150. Кроме того, мне удалось все-таки выяснить. Пассивка Харита дает 60% защиты от оглушения. То есть сокращает время, которое вы проводите в оглушении. На этом все, друзья. Подписывайтесь, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!